Работа в буквальном смысле кипит. Температура асфальта достигает 120 градусов. Этот жар ощущается довольно сильно. Работают дорожники в ночное время суток, но не потому, что на улице прохладнее, а чтобы создавать как можно меньше помех для автомобилистов. Асфальт, укатывающий катки, практически танцует вальс. Двигается техника по определенной траектории, создавая нужную плотность асфальта. На улице Максима Горького идет укладка верхнего слоя покрытия дороги. Трудятся 4 бригады дорожников. Ранее уже уложили слой выравнивающий, теперь финишный. Асфальт марки «Щема-20». Материал очень качественный, такая дорога должна выдержать повышенные нагрузки. Данную ночь планируется выполнить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площадь 9,5 тысяч квадратных метров. Общий тоннаж сегодняшней смены составляет 1200 тонн. Улицу Максима Горького ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Ремонт комплексный. Обновят не только проезжую часть, но и тротуары, газоны, бордюры. Ремонт идет на участке от улицы Крупской до Вилоновской. За качеством работ контроль пристальный. Ежедневно проверяют, как уложен асфальт и тротуарная плитка. Принимают работу только если все по стандартам. Если брать проезжую часть, то это отбираются керны, так называемые, которые в последующем в лаборатории испытывают на физико-механические свойства и толщину. В случае некачественного выполнения подрядная организация работы переделывается. Завершить ремонт улицы Максима Горького планируют к концу июля – началу августа. Всего же в Самарской области в 2017-м из федерального и регионального бюджетов по программе «Безопасные и качественные дороги» будут направлены средства на ремонт 93 автодорог протяженностью 150 километров. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.